А сейчас будет самая страшная сцена за всю историю видеоигр по ФНАФу. Такого ужаса ты еще не видел никогда. Погнали! Какая она криповая, у нее белые глаза, ты посмотри, это трэш. Пацан превратился в Балунбоя, что? Пацан вселился в Фокси, что происходит? Он вселился в Фредди! Он вселился в Фредди! А-а-а, беги! Привет! Наверняка ты уже соскучился по фанатским хоррорам ФНАФ. Поэтому у меня для тебя отличная новость, потому что сегодня мы поиграем в полную версию игры FNAF 3D. В прошлый раз мы играли в демо-версию, где было много опасных аниматроников в большой заброшенной пиццерии. А это полная версия игры, поэтому посмотрим, что же интересного в ней добавили. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy. Ставь лайк прямо сейчас, если ты соскучился по фанатским хоррорам FNAF. И погнали играть! Сразу нажимаем старт и посмотрим, что же добавилось в полной версии этой игры. Насколько она стала страшнее. Офигенная катсцена. Просто... А, не, нормально. А где дорога вообще? Это машина-призрак или что? Кто-то спер дорогу? Ладно, доехали. Хорошо, мне уже нравится начало. Темновато, темновато, согласен. Но я с этим ничего поделать не могу. This car is my stepdad's. So is the person I brought in the bag. Ладно, сразу маска Фокси. Чувак, ты сам на себя накладываешься голосом. Ты что делаешь-то? Так, это Фредди Фазбер. Прямо на его роже что-то написано. Мы это читать не будем. Я сразу буду брать ключ, который находится здесь. Мы знаем это прекрасно. Что мы уже проходили демку. Ключ за помойкой, гениально. Погнали внутрь. А может ты зайдешь? Может ты зайдешь? Отлично, заходит. Давайте глянем, что изменилось в этой пиццерии и что же в итоге... Какой финал будет у этой игры, потому что финал-то мы с вами не видели, демка там закончилась. Ага, тут темно, но фонарик может тебе осмотреться. Это я как бы в курсе, да? Фонарик работает, но в принципе тут лампы тоже есть. Здесь в прошлый раз была Чика, кто помнит. Я особо тут... О, это пицца, да? Можно похавать. Видимо, это заначка Чики. Капец, вот это угар. Ну, поехали. Так, сразу можем за... О, а тут уже закрыто, что ли? В смысле? Празднуйте, говорю. А, не, мы можем зайти сюда, да? Да, мы можем сюда зайти. Здесь у нас Бонни и Фредди. Здорово, пацаны. Чики нет, Чика жрет. Как обычно, да? Ага, Бонни, ты свою гитару уронил. Ты в курсе вообще? Сломаешь, потом тебя оштрафуют нахрен. Так, окей, бэйби здесь у нас, которая пялится прямо на меня, прям смотрит тебе в душу. Это же обосраться можно. А здесь у нас костюм сломанного Спринг Бонни, да? Новая озвучка. Новую озвучку завезли. Ну окей. Так, это, кстати, комната. Мы пока в нее не можем попасть, а отключание. А, в смысле, что это? Твою мать, вы что делаете-то? Я что, не обделался сейчас от неизвестных, непонятных, внезапных звуков? Вы что, с ума зашли, что ли? Ох, ты ж етить, колотить. Что упало? Доска упала! Обосраться. Еще скримеров не было, меня уже доска напугала. Вот это, конечно, внезапная инфа. Слушай, ставь лайк, если ты испугался доски, потому что доска пока что страшнее любого скримака. Офигеть. Вот так вот зайдешь все в гараж... У тебя доска упадет, ты обосрешься. Ой, не надо, вот сейчас мне опять повторять то же самое. Это дурак или где? Ключ в офисе, он сказал. Давайте обойдем все комнаты, посмотрим, может, что новое появилось. Это толканы. В толканах, я помню, там лежал у нас аниматроник. Камера, здравствуйте. В толканах где-то лежал аниматроник. Вот он, да. Голден Фредди! Такого не было. Офигеть. Старый желтый костюм. Вот Golden Freddy раньше не было. Лайк за Golden Freddy, меня добавили в игру. Правда, это не я, это как бы из FNAF 2, чувак. Я-то из FNAF 1, тут меня нет. Я как бы на вебке, если ты в курсе, да? Окей, ну Golden Freddy это уже лайк, это уже однозначно лайк. Завози. И ставь прямо сейчас. Толканы я открывать не могу. Но не очень-то и хотелось, как бы. А, не, могу! В смысле, я не понял, это как? Это как? А я, как Копперфильд, могу проходить сквозь... Ну, я же Голден Фредди, я, естественно, могу проходить сквозь двери. Логично, все логично, ну... Окей, пойдем. Толканы мы исследовали. Толканы мы исследовали. Хорошо. Это что?
Это жопа оленя? Окей, допустим. Жопа оленя. Это что, очередь типа у нас? А я не могу туда пройти, в смысле? Охрененно. Вот теперь я прошел. Вот это лабиринт. Удивили, удивили. Кто это писал? Это писал врач? Вот знаешь, жиза, сейчас скажу тебе. Обычно, когда тебе врач пишет рецепт, то примерно такой же почерк, которым ни хрена не понятно. Здорово, Боумбой. Ты, кстати, должен со мной разговаривать. Hello. Yes, hello, you little shit. Привет, маленький говнюк. Would you like a balloon? No, thank you. Нет, спасибо, мне твой шарик не нужен. Balloon boy's lifeless eyes are the worst thing about this job. Balloon boy хрень, которая, да. Мы знаем, что он хрень. Можно к Фокси заглянуть, кстати. Воу, здорово, здорово. Ты за рулем, да? У тебя тут прям это, пиратский корабль. Ух, классно, наверное, да, быть пиратом. Йо-хо-хо, и бутылка рома Фокси в задницу. Но ладно, мы идем дальше. Главное, не садись на бутылку, а то бы я тебя знаю. Опачки, мелкий говнюк, здорово. Эй, плюшевый Фредди Фазбер, фигня, все, ладно, пойдем. Пойдем за ключом. А куда, как тут? А, вот сюда. Я уже заблудился немножко в этой зоне. Сейф рум, безопасная комната. Это ключ? А, это сейф. Марионетка, привет, ты можешь вылезти из коробки? Блин, вот то, что озвучка накладывается поверх другой озвучки, это, конечно, хреново, но раз уж так сделали, значит так сделали. Нам нужно найти ключ. Вот он ключ. А вот и офис, ля. Принтер сломался. Да. Так, тут что-то есть на камерах? На камерах ни хрена нет. Ну и ладно, а вот и вентилятор, старый добрый вентилятор. Окей, тут еще была какая-то комната, или нет, или это все? О, ведро с водой. Да ладно, вот это детализация. Раньше это ведро было без воды. Если ты не веришь, просто пересмотри первую серию по этой игре, воды не было. Добавили воду. Вау, вот это детали. И ковры, кстати, добавили ковры. Бонни смопинг the floor? Бонни моет пол? Ага, Бонни половойка. Бонни половойка. Кто тебе швабру дал? Ты дурак, нет? Ты в курсе, что как бы ты сейчас пол натрешь, я подскользнусь, голову себе сломаю, слышишь? Ты как бы табличку ставь, что тут пол мокрый. Дегроида кусок. А то смотри, офигел вообще. Давайте сходим сейчас к Фокси поугараем над ним. Тут он вот, он уже стоит. Он уже подходит, хочет крюком меня отхреначить. Так, пойдем к Чики сходим поугараем. Она там это, отбивается. Она там разгоняет тараканов. Ха-ха, здорово, Чикуха. Как, тебе нормально вообще, да? Мне кажется, она учится готовить пиццу, но Чика, как бы пицца готовится не на сковороде, а в духовке. Ты тупая курятина, успокойся. Я сейчас твою заначку съем. Пока она там размахивает сковородкой, сожжем мою заначку. Ням-ням-ням-ням-ням. Слышь, ты пиццу забила? Ты забила на свою пиццу? Ой, ладно, поехали дальше. Кстати, в толчке есть тоже изменение. Скорее всего, там будет пасхалка на меня. А именно на мои стримы. Ну-ка, проверим. Если это так, то это будет круто. Ну-ка! Да! Слушай, разработчик, тебе респект и уважуха. Ты реально добавил пасхалку на мой стрим. Как бы, если ты не в курсе, когда мне кидают крупный донат, то у меня взрывается голова и отлетает в угол комнаты. И тут разработчик, собственно, раньше был другой аниматроник, сейчас он поставил Golden Freddy, чтобы, так сказать, сделать на меня пасхалку. Спасибо разрабу, это реально круто. То есть это, короче, картина. Golden Freddy, пришел большой донат. И вот так, в принципе, это выглядит. Офигенно. Класс. Это офигительно, офигительно. Ладно, респект разрабу, пойдем дальше. Так, Бонни моет пол, это как бы ничего интересного. Пойдем сюда. А, блин, ты дурак! Вот, я забыл про тебя совсем. Ух ты ж ты, кусок коричневой жопы. Ты хочешь меня задушить, что ли, а? Не делай так больше никогда, блин. Окей, у нас есть ключ, поэтому мы можем открыть уже дверь. Давайте попробуем, откроем дверь, и там у нас будет секретный проход. Если ты не в курсе, как бы он будет. Так, поехали. Эндоскелетики, привет. Здравствуй. Че сидишь? Чилишь, да? Чилишь. Это эндоскелет Golden Freddy или чей? Понятно. Похож, похож. Так, здравствуй. Ну-ка ты, съехал отсюда нафиг. Не-не-не, съехал отсюда. Мне нужен проход. Пошел. О-о-о-о-о, поехал. Смотри, 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 смотри. Это магия. Это просто... Ну, это как бы, ну... Гарри Поттер тут по-любому. Есть. А вот и секретная дырка в стене. Мы сейчас туда полезем, будет весело. Я полез, я погнал, давай. Мы уже близки к финалу. И тут нас ждет Фредди без глаз. Плюшевый Фредди без глаз. Это капец, это, конечно, крипота.
Крепота еще та? Хватит пердеть! Я не могу, ща главный герой знатно пернул, ну ладно, бывает. Но от страха как бы еще не так можно пернуть. Кто-то уже разобрал Бонни, оторвал ему голову и свернул челюсть, ну бывает. Куда эта лестница ведет? Сейчас мы узнаем этот ответ. Так, хорошо, пока что изменений немного, но то, что пасхалка на меня появилась, это реально респект разрабу. Я думаю, что финал все-таки в игре должен быть какой-никакой, и мы его сейчас увидим. Так, это кто? А, это эндоскелет обычный. Становьтесь в терлокейшн. Тут есть у нас уточка, которая очень реально криповая. Это самая криповая утка в мире. Ну это же обосраться можно. Такую утку видишь, обосрешься. Смотри. Какой-то секретный шифр. 7619. Это явно что-то значит. А может и нет. А сейчас будет самая страшная сцена. Самая страшная сцена за всю историю видеоигр по ФНАФу. Такого ужаса ты еще не видел никогда. Погнали! Охренеть! Какого хрена, говорит главный герой? Этого не может быть! Это самая ужасная вещь, которую можно себе представить. Какого черта? Почему он здесь? Вот дерьмо! Сейчас он блеванет! Не надо, чувак, не надо! Зачем? Я не могу. По второму кругу пошел. Он же сейчас упадет лицом в свою блевотину. Серьезно, чувак, не надо. Ладно, заблеванный охранник, это, конечно, весело. О, боже, что он здесь делает? Это жесть, это реально жесть. Вот такое увидишь, ты не только проблюешься, но еще и обосрешься. Все, минус охранник. Это, типа, был несчастный случай, но, блин, таких... Что? Что? Нет, нет, фонарик разрядился! Отвратительно. Я тебе говорил, ну лег в свою блевотину, ё-моё. Охранник, тут дурачок, конечно. Так. Все, утащили пацана, ля. Ля, пацана утащили просто. Просто пацана утащили. Наблевал кругляшок. Чика, я тебе пиццу сделал, иди похавай. Я не могу просто. А чё, нормальная пицца такая получилась? Эндоскелет свалил внезапно. Сейчас будет, но утка отвернулась. В смысле? Я тебе отвечаю, утка живая. Она отвернулась от меня. Утка, ты офигела? Как ты посмела? Твою мать! Вот это я сейчас обосрался, если честно. Это, оказывается, эндоскелет Бэйби. Смотри, ее косичка. Этого я не помню, что Бэйби поползла так ко мне, как бы. Это жестко, такого не было. Вот это контент пошел. Офигеть, вот это было прикольно сейчас. Это было внезапно. И вот сейчас демка должна закончиться, кстати, очень скоро, поэтому мы увидим с вами финал. Ставь кучу лайков, если ты ждал этой игры и если ты ждал финала, потому что реально игра вышла, это очень-очень круто. Поэтому с тебя куча лайков, и я обязательно найду для тебя новые крутые фанатские игры. Кто там сверлит, я не пойму, а? Здравствуй, Фредди. Ну давайте выйдем из этой дырки. Я надеюсь, что, да, что это, ну как бы, будет какой-то финал, потому что сейчас игра закончится, это будет полный бред, и я зря ее записывал. Так, пожалуйста, разработчик, удиви меня крутым финалом. Мы все этого ждали, мы этого ждали очень долго. Примерно месяц, да? Так, игра не закончилась, отлично. Контент пошел, друзья, вот с этого момента поподробнее, потому что здесь мы уже ничего не видели. Это уже что-то новое. Кровавые следы ведут сюда. Окей, мне уже страшно. А! В смысле? Дверь закрылась. В смысле? Труп вселился в медведя или что? Я тут тоже все осмотрю, мало ли, ну, как бы, надо подготовиться. Окей. Может быть это было? Может я что-то путаю? Бэйби исчезла! Все аниматроники исчезли! Я не представляю, что будет, когда мы выйдем отсюда, потому что здесь кровь. И она ведет туда. Так, друзья, все. Сейчас будет то, ради чего вы смотрите этот видос. Поехали. Охренеть! Ха-ха! Бэйби стоит! В смысле, она что там приседает? Что? Бэйби делает зарядку. Ля, что происходит? Что происходит? Бэйби флексит?
Флекс от Бэйби, нет, ну за флекс от Бэйби кучу лайков уже. Смотри, смотри, смотри. Какая она криповая, у нее белые глаза, ты посмотри, это трэш. По-моему, Бэмби, Бэмби любит танцевать, Бэмби любит танцевать, а еще любит приседать, я не знаю, что она делает. Аниматроники сошли с ума, они разгромили всю пиццерию, идите-колотить. Чё, а Бонни до сих пор моет пол? Ну, Бонни дурачок, как бы он до сих пор моет пол. Офигеть! Балунбой! Что? Чё происходит? Пацан превратился в Балунбой, что? Я нахрен боюсь уже. Не, подожди, давайте я... Давайте я обойду все тут, что как бы тут есть, мы посмотрим. Чё за фигня? У меня все исчезло! Твою мать! Пацан исчез! Так, пацан исчез, это не круто! И Бонни исчез! А, не, подожди, Бонни опять стоит здесь. Что происходит вообще? Бонни отмывает кровавые следы, блин, мне страшно! Пойдем к Фокси сходим, надеюсь, там безопасно будет. Офигеть! Пацан вселился в Фокси, что происходит? Из Фокси торчит мертвый пацан. Как это вообще? Что это? Что это за дичь? Какого хрена? Куда он пошел? Миллион тысяч лайков. Такого вообще никто не ожидал. Пацан вселился в Фокси. Идите колотить, что происходит? Вот это контент. Что? Фокси умер? Он оторвал ему голову? Мелкий утырок! Он убивает аниматроников. Что? Подожди, пацан убивает аниматроников? Что происходит? Он оторвал голову Фокси и притащил сюда эндоскелета и мелкий медведь? Что за дичь? Пойду сюда схожу. Пойду схожу сюда. Сюда я не могу сходить, офигеть. Окей. Я вообще ничего не понимаю такого трэша. Я давно не... Что? Стрелять? В кого стрелять? Что? Штыф? Что? Какого хрена? Я тебя вижу, он говорит. Я люблю тебя. Нет, а я тебя не люблю. Ты кто, мать твою, ты кто? Он вселился в Фредди. Он вселился в Фредди, мать твою. Беги. Беги, чувак, я хочу сбежать. Нет, он не бежит. Что делать? Что делать, пацаны? Паника. Беги. Не бежит. Он меня убьет, он меня убьет, он меня убьет, он убьет меня, он убьет меня, твою мать. Он убил меня. Что за дерьмо? Охренеть! Меня убил пацан, внутри которого сидел... Это что, финал? Что это было? Охренеть! Слушай, такого я не ожидал. Это конец. Вот это финал. Вот такого никто не ожидал. Офигеть, я не знаю, можно ли было выжить в этой ситуации, но я пытался выбраться, пытался, ну, зайти в двери, но у меня ничего не получилось. Это было реально очень крипово, то есть пацан мелкий, он ожил, он сначала вселился в Фокси, оторвал ему голову, потом вселился в Фредди и начал за мной гоняться и убил в итоге охранника, офигеть. Но это походу финал, это реально финал. Блин, я надеюсь, такой контент тебе понравился, и ты уже выгрузил вагон лайков под этот видос. Будем ждать других крутых игр, потому что это было прям вау. Это было прям вау, этого я не ожидал, что будет такой финал. Но было очень круто, надеюсь, тебе тоже понравилось. В итоге я хочу сказать, что не зря мы с тобой ждали продолжения этой игры. Мы увидели финал и прошли ее полностью. Было реально крипово, когда этот мертвый пацан начал вселяться в аниматроников и захватывать их эндоскелеты. А финал был вообще очень жутким. Надеюсь, тебе тоже понравилась эта игра, и будем с тобой ждать других крутых фанатских хорроров. А если ты хочешь видеть больше крутых фанатских игр на моем канале, то ставь лайк. А сейчас всем удачи и всем пока!